зале находятся еще две прекрасные дамы, которые тоже неравнодушны, ну не ко мне лично, а к нашему скромному творчеству. Галина Соболевская, вы в зале? Да. Слава Богу, помашите мне рукой. Идите ко мне, пожалуйста. И Ольга, да. Идите сюда. Идите сюда, скорее. Можно быть сюда. Пожалуйста, я вас встречу. Пожалуйста. Эти две очаровательные барышни поднимаются под ваши аплодисменты. Самые активные участницы интернет-сообществ ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме. Именно за свою активную, бурную деятельность и неравнодушное отношение к творчеству оркестра Хакасской филармонии она награждается почетными календарями с портретом артиста. Нескромно согласен, но практично. А это мне даже продолжаем эти прекрасные барышни. Девушки, спасибо.